Шалом! Я приветствую вас, и сегодня мы будем изучать с вами новую тему. На протяжении следующих 4 сессий мы с вами обратимся к Писанию и посмотрим на тему, которая называется «Библейский завет». Что же такое Библейский завет? Завет – это, как правило, соглашение между двумя сторонами. Соглашение, которое подразумевает того, что две стороны будут верны своим обязательствам. Сегодня мы с вами хотим посмотреть Божий завет с Авраамом. Когда мы с вами изучаем заветы, когда мы с вами изучаем Библию, мы должны задаться вопросом, какой это завет, какой завет мы видим, для чего Бог заключил этот завет, какие у Бога были цели. И, как правило, в Библии мы видим два вида заветов. Завет условный и завет безусловный. Завет условный, он больше как современный контракт, в котором есть две стороны, которые обещают выполнять те обязательства, которые они гарантируют. Также есть еще и безусловный завет, который подразумевает то, что вне зависимости от того, будет ли одна сторона верна своим обязательствам, вторая сторона всегда будет верна тому, что она пообещала. Через заветы Бог открывается нам очень ярко. Бог, Он тот, кто заключает заветы. Бог, Он тот, кто хранит заветы. Бог заключает заветы для нашего же блага. Бог хранит заветы, потому что это часть Его природы. Он верный Бог. И все, что Он делает, и все намерения, и все Его цели, они для нашего же блага, и Он будет оставаться верен всем своим обещаниям. Сегодня я хотел с вами изучить Божий завет с Авраамом. Бог призвал этого человека в свои цели. Бог призвал этого пожилого человека следовать за ним по вере. Бог проговорил к этому человеку все, что отличило Авраама. Он услышал голос Божий, но он также и был послушен тому, что Бог попросил его сделать. Давайте откроем Писание в книге Бытие, 12 глава, и прочтем следующие стихи. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Видите, изначально Бог обращается к Аврааму со словами, чтобы этот человек вышел из той страны, вышел из тех обстоятельств, в которых он был, и следовал послушанию, призыву Божьему на его жизнь. «В землю, в которую я укажу тебе». Бог изначально готовил Авраама к тому, что он приведет его в землю. «И произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и пошел с ним Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Как мы с вами видим, Бог призвал Авраама, но в то же самое время Он дает ему конкретные обетования, Он дает ему конкретные обещания. Давайте более детально, более пристально обратим наше внимание на то, что же Бог пообещал Аврааму. Он говорит, «Я произведу от тебя великий народ». Другими словами, Бог говорит, что Авраам, я сделаю из твоих потомков народ. Другими словами, у тебя будет настолько много потомков, что из них они будут составлять целый народ, целую нацию. Он говорит, я благословлю тебя. Бог обещает высвободить свои материальные и духовные благословения в жизнь Авраама. Он говорит, я возвеличу имя твое. Бог обещает вознести Авраама вместо почета, вместо славы. Он говорит ему, ты будешь благословением. Другими словами, Авраам не только будет благословлен Богом. Бог обещает настолько обильно благословить жизнь Авраама, что Авраам в конце станет благословением для тех людей, с которыми он встретится. Он говорит, я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. Другими словами, Бог говорит, благословение и проклятие на тех людей, которые будут рядом с тобой, будет зависеть от ихнего отношения к тебе.
Если они будут дружить с тобой, если они будут на самом деле благосклонно относиться к тебе, тогда Бог говорит, я буду высвобождать свою благость, свою благодать в их жизнь. В то же самое время Бог говорит, если эти люди, они будут идти против тебя, они будут замышлять злое против тебя, тогда они будут иметь дело со мною. Потому что он сказал, я буду разбираться с ними, с этими людьми сами. Уникальное обетование, уникальное. Дальше Господь продолжает. Он говорит, в тебе благословлятся все племена земные. Другими словами, Бог обещает настолько высвободить свои благословения в жизни Авраама, что однажды Божья благодать, Божье благословение коснется всех семей. На иврите это слово «коль мишпахот» – всех семей на планете. Другими словами, Божий план. Мы видим даже в тех обетованиях, которые он дал Аврааму. Божье видение для Авраама было огромным. Авраам все время, как мы с вами увидим, он хотел иметь наследника, он хотел иметь сына, но Бог хотел иметь дочерей и сыновей. Авраам хотел иметь человека, которому он мог посвятить свое время, которому он мог отдать все, что у него было. И Бог хотел иметь тех людей, которые бы также узнали, кто он такой, и дать им то, что у него есть на сердце. И как мы с вами видим, эти стихи заканчиваются фразой, что Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и он пошел, как сказал ему Господь. Вот что отличило этого человека, когда Бог проговорил его жизнь. Он сделал шаг послушания. Мы знаем, что вера без послушания, она не имеет смысла. Но когда он услышал слово, которое Бог сказал к нему, Авраам, он ответил на это слово с послушанием. И дальше Библия говорит, что когда Авраам уже пришел в эту землю, в обетованную, да, когда он уже начал ходить по этой земле, Бог обратился к нему с такими словами. 12 глава, 7 стих. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему я отдам землю эту». Другими словами, опять Божий план, он выходил даже за временные рамки жизни Авраама. Божий план, он был гораздо больше, чем просто мышление Авраама. Он говорит, Авраам, у тебя будут потомки, и эти потомки, они будут населять эту землю. Я дам им эту землю. А сейчас я хочу перейти к самой сцене заключения завета. Завета Божьего с Авраамом. Давайте откроем книгу Бытие, 15 глава. В книге Бытие, в 15 главе, мы с вами увидим, что там описываются две встречи Авраама с Господом. Первая встреча, она произошла ночью, когда Господь вывел Авраама и сказал ему, ты видишь эти звезды? Столько у тебя будет потомков. Вторая встреча произошла, когда день уже заканчивался, и Авраам, он спал, и Бог проговорил к нему во сне. Давайте посмотрим, что же здесь описано нам в Библии. Книга Бытие, 15 глава, стихи с 1 по 6. «После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика». Другими словами, что же здесь происходит? Мы знаем, что в предыдущей главе Авраам, он вызволил своего племянника из плена. И когда он это сделал, если вы помните, он до сих пор пребывал как странник в этой земле. Он не знал, что же будет с ним дальше. Он зашел в эту жизнь как странник, в эту землю как странник, да. И здесь то, что с ним произошло, что произошло с его племянником, да. То есть он был в непонятии, что же будет дальше. И вот именно в это время Бог выбирает посетить Авраама. Все, что мы здесь видим, Бог начинает подготавливать этого человека к заключению завета с ним. И он ему говорит эти слова, которые мы прочитали, да. Он говорит, я щит твой, не бойся, Авраам, награда твоя весьма велика. Я хотел также обратить ваше внимание на слово, которое здесь на иврите. Он говорит, было слово Господу к Аврааму в видении. Это слово махазе, от слова хаза, что значит видеть. Что же подразумевается здесь? Бог дал Аврааму благодать
не просто слышать Его Слово, но также и видеть. Позднее Господь поднимет людей, пророков, которых будет благодать видеть и слышать, что же есть на сердце у самого Бога. И в книге Бытие, в 20 главе, в 7 стихе, сам Бог назовет Авраама пророком. Ну давайте пойдем дальше. И он говорит, Бог открылся Аврааму как щит. Другими словами, он говорит, я знаю, через что ты проходишь. Я знаю, что ты боишься. Я буду твоим щитом. Я буду защищать тебя. И он говорит, награда твоя велика. И он продолжает. Авраам говорит, владыка Господи, что ты даешь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Элиезер из Дамаска. И сказал Авраам, вот, ты не дал мне потомства. И вот, домочадец мой, наследник мой. О чем же мог попросить его Авраам Бога в этот момент? Мы видим, что через эти слова открылось сердце этого человека. Даже в этот самый, можно сказать, момент, когда он боялся, момент, когда он был растерян, все, что вышло из его уст, из его сердца, он говорит, ты мне не дал сына, ты не дал мне наследника. Вы видите, сердце этого человека, он всегда хотел иметь сына. Какой уникальный диалог. Бог говорит, я буду защищать тебя. Авраам говорит, вот-вот-вот, Бог, ты говоришь ко мне, где мой наследник, которого ты мне не дал? Видите, Авраам открывает свое сердце Богу. Что же говорит ему Господь? И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Другими словами, Бог говорит ему, Элиезер, о котором ты говорил, он не будет твоим наследником. Я дам тебе наследника, он произойдет от тебя, он будет частью твоей. Да? И что Бог ему говорит, выходи, кстати, у тебя не будет только один наследник, у тебя их будет очень много, у тебя будет большое потомство, Авраам. И мы знаем, за что прочитали, он его просил выйти его и посмотреть ночью на небо, и говорит, видишь, сколько звезд, сможешь ли ты сосчитать их? Вот столько у тебя будет потомков. Что отличило Авраама в этот момент? Он поверил. Другими словами, Бог увидел в сердце Авраама доверие. Веру в то, что он сказал. И эта вера, которая была в сердце Авраама, она коснулась сердца Бога. Давайте с вами рассмотрим немного саму сцену заключения завета. Бог говорит, я хочу, чтобы ты сейчас приготовил некоторые элементы для заключения завета. В те времена, когда две стороны соглашались на какое-то серьезное предприятие вместе, эти две стороны, может быть, это были два человека, может быть, это были представители различных племен, они брали животных, они рассекали этих животных на две части. Они ставили одну часть рассеченного животного с одной стороны, другую часть рассеченного животного с другой стороны. Они брали друг друга за руки, и они проходили между рассеченными телами этих животных. На иврите этот завет называется «брит бен афтарим». И когда они проходили через рассеченные части этих животных, это символизировало их посвящение этому предприятию. Этому завету, который они заключили друг с другом. Другими словами, они говорили, что если один из нас нарушает свое слово, нарушает условия завета, пусть не будет то, что произошло с этим животным. Да, они настолько серьезно относились к своим словам в то время. И когда Бог обращается к Аврааму и говорит, я хочу, чтобы ты приготовил для меня животных, для заключения этого предприятия, для заключения этой сделки. Авраам знал, о чем же говорит ему Бог, потому что он был знаком с культурой тех дней. И Авраам начинает приготавливать различных животных, он начинает рассекать, как мы видим, этих животных и приготавливать все для того, чтобы заключить завет с Богом. Завет с Богом.
Давайте посмотрим, что же происходит дальше. Да? Авраам, он все приготавливает. При захождении солнца, 15 глава книги Бытие, стихи с 12 по 16. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот, напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости твоей. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не исполнилась. Что же здесь Бог говорит Аврааму? Как мы видим, Авраам, он спал, да, на исходе дня, и Бог проговаривает к нему о тех событиях, которые должны произойти не просто с Авраамом, а с его потомками. И он говорит, что твои потомки, они когда-то окажутся в рабстве, но они выйдут из этого рабства, и они опять придут в эту землю. Уникальные слова, которые Бог говорит ему. И что же дальше? Стих 17. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом. Обратите внимание, Авраам, он спит. Авраам, он спит. Но Бог и Божье присутствие, которое символизируется, как мы видим, пламенем, огнем, оно проходит между рассеченными животными. Да? Авраам не проходит. Авраам спит. И ключевая фраза в этом всем: в этот день заключил Господь завет с Авраамом. Другими словами, исполнение этого завета не будет зависеть, будет ли послушен Авраам или не будет. Сам Бог связывает себя условиями, связывает себя своим обетованием, которое он дает Аврааму. И то, что он говорит, сказав: потомству твоему даю я землю эту, от земли египетской до великой реки, реки Ефрата, кинеев, кинезеев, кадминеев, хетеев, ферезеев, рафаимов, амореев, ханеев, гергесеев и иусеев. Другими словами, тех племен, которые сегодня, в то время они населяли эту землю ханаанскую, да, вот эту землю я даю твоим потомкам. Бог заключил завет. Через 24 года, как Бог призвал Авраама, и после 13 лет, как уже родился Исмаил, Бог опять открывается, Бог опять посещает Авраама, и он говорит ему следующие слова, которые находятся в книге Бытие, 17 главе. Давайте обратим свое внимание. С 1 по 3 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Бог открывается Аврааму в тот период времени, когда Авраам, скорее всего, смирился с мыслью, что Измаил, он будет его наследником. Он и тот, кто на самом деле тот наследник, которого обещал ему Бог. И Сара, его жена, скорее всего, она уже смирилась с тем фактом, что она никогда не будет матерью. И именно в это самое время Бог избирает для того, чтобы открыть новую грань своего характера. Он говорит: я Бог всемогущий. На иврите это Эль-Шадай, что несет в себе смысл: я тот, кто обещает, я тот, кто самодостаточен, я тот, кто на самом деле имеет силу и могущество исполнить то, что я обещал. И он говорит Аврааму: ходи предо мной и будь непорочен. Другими словами, он говорит: начинай опять ходить предо мной, посвяти себя полностью. Посвяти себя полностью хождению со мной. И далее Бог говорит ему следующее обетование. Давайте рассмотрим их более детально. Он говорит: ты будешь отцом множества народов. Другими словами, Авраам через своих сыновей, Измаила, Медиана и других, он стал отцом многих арабских народов. Он говорит: будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Бог изменяет его имя. Вместо имени Авраам он говорит: ты будешь Авраам. Вместо просто возвышенного отца Авраам, ты будешь отцом множества
Он говорит, я весьма, весьма расположу тебя. Другими словами, Бог, он делает ударение, он говорит, я не просто дам тебе потомков, я весьма и весьма размножу тебя. Цари произойдут от тебя. Бог обещает Аврааму, что его потомки станут царями. Уникальные обетования. Уникальные обетования. Давайте посмотрим стихи 7 и 8. «И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. Я дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Мы знаем, о ком идет речь. Бог уже изначально говорит Аврааму о том народе, который он сотворит для себя из семени Авраама, о евреях. Он говорит, евреям я дам эту землю, Авраам, по которой ты сегодня странствуешь, во владение вечное. Более того, я им не просто дам эту землю, я буду ихним Богом. Они будут моим народом. Бог говорит, вот мое видение для еврейского народа. Я хочу, чтобы они жили там, я хочу, чтобы они знали меня, я хочу, чтобы они следовали за мной, я хочу, чтобы они были моими людьми. Он говорит дальше, 9 стих. «Ты же храни, соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Вот есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною, между вами, между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. Это будет знамением завета между мной и вами». То есть, о чем же здесь Господь говорит? Он говорит, как знамение того, что вы принадлежите мне. Как знамение того, что твои потомки, они уникальный народ. Я хочу, чтобы они сделали также и знамение на своем теле. И обрезание в те времена, оно не было чем-то уникальным. Многие племена пользовались этим, этой хирургической операцией, если можем так сказать. Да? Но у евреев обрезание, оно стало ассоциироваться с принадлежностью к избранному Богом народу. Это то, что Бог требует от евреев, чтобы они были обрезаны. Он говорит дальше, стихи 15-16. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Другими словами, Бог говорит, тот наследник, тот сын обетования, тот ребенок, он будет от Сары. Она будет являться матерью этого ребенка. Другими словами, здесь необходимо сверхъестественное вмешательство самого Бога для того, чтобы этот наследник, он появился. Он появился. Следующие стихи говорят нам о том, что Авраам пал на лицо свое, рассмеялся и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? Другими словами, мы можем расценивать эти слова как смех, а другими словами, можно как восхищение перед тем, что Бог может сделать. И дальше мы знаем, что Аврааму также будет говорить об Исмаиле. И Бог высвобождает сильное пророчество в жизнь Исмаила. Но что нас интересует, он говорит, я поставлю завет мой с Исааком. О чем же Бог говорит? Он говорит, те обетования завета, те слова, те цели, те намерения, которые я хочу продвигать через тебя, Авраам, они также будут в жизни Исаака. Другими словами, Исаак, он унаследует также эти обетования. И мой план спасения, мой план, как вернуть, как благословить весь этот мир, он будет продвигаться через этого наследника, который родится сверхъестественно. Да-да, сам Бог, который избрал Авраама, тот, который проговорил к Аврааму, он тот Бог, который сверхъестественно и продвигает этот план, как мы его называем, план искупления, план возвращения каждого человека к сердцу Бога. То, что опять характеризует Авраама, давайте посмотрим, да? 23 стих. «И взял Авраам Исмаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, вешь мужской пол людей дома Авраама, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». Опять что? В этой ситуации мы видим, Авраам, он опять был послушен.
Он сделал так, как попросил его сделать Господь. Давайте немного сделаем обобщение. Мы видели с вами в книге Бытия, 12 главе, первые слова, которые были направлены к Аврааму. Те первые обетования, которые Бог сказал к нему. Потом в 15 главе мы с вами видели, как Бог, Он заключил сам завет с Авраамом. Авраам не заключал, Авраам все приготовил, он все сделал, как повелел, как сказал ему Господь, но он никогда не проходил через рассеченные части животных. Бог сам прошел, Он заключил с Авраамом безусловный завет. И ключевыми моментами этого завета являются три вещи. Это земля, семя и благословение. Эти три ключевые элемента, они начинают формулировать также и формировать следующие заветы библейские, которые мы с вами также будем рассматривать. Что мы с вами можем из этого все обобщить? Бог, который призвал Авраама, Он тот Бог, который думал не только о нем, который думал о каждом из нас. Бог, который сказал, я благословлю этот мир через потомков Авраама. И мы с вами знаем, что эти потомки Авраама – еврейский народ, Израиль. Но полнота осуществления Божьих обетований, данных Аврааму, она обретает в Мессии, в еврейском Мессии Ишуа, чей смерть, воскресение, искупление которого Бог приготовил путь для каждого человека, вне зависимости его национальности или расы, Бог приготовил путь к себе обратно. Через семя Авраама. И Бог, Он верен тому, что Он обещал. Бог это сделал. На следующей сессии я бы хотел, чтобы мы посмотрели на следующий завет. Завет с евреями у горы Синай. Спасибо большое. Шалом. Валей траур. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv.